Всем привет! И у нас следующая серия. Максим, ты не закрыл дверь, сейчас все брякнет. Ну ладно. Это уже Secret Pack in Deutschland. Мы открываем следующую посылку. Как вы помните, мы, значит, с вами хотели открыть вот эту посылку. Там какое-то что-то стеклянное должно быть. Максим, давай попробуем предположить, а что это может быть? Только сильно не тряси, написано, трясти нельзя. Стаканы, кружки. Стаканы, кружки, я думаю, ваза. Ваза тоже возможно. Да, ваза вполне возможно, потому что... Ну, мне кажется, там что-то уже разбилось. Да, возможно. Мне тоже кажется. А вдруг там вот уже все это много раз брякали этим, да? И, скорее всего, там что-то разбитое, мне кажется. Но это, скорее всего, какая-то ваза, да? Вот как вы думаете, может быть, это ваза или нет? Или стаканы и кружки, да? А, ну, а что вы предполагали до этого? Как вы считали, а что там лежит вообще? Какой предмет? Может быть, там бутылка с вином, например, каким-то. Там довольно тяжелая посылка такая. 1,8 килограмма она весит. Вот. Как вы уже поняли, да, я вам напоминаю, что это не ворованные вещи. Это не Deutsche Post или там, допустим, Гермес или Amazon, или ибо не компании доставки, там, да, которые это все отправляют туда-сюда, склады. Они не воруют вещи у людей. А они просто не имеют возможности им отдать эти вещи, потому что люди, например, переехали, потерялись, не писали заявление на утерю и так далее. То есть это не та история, когда у вас что-то украли и теперь продали нам, например. А это именно годами лежало невостребованное на складе. Да? Давайте я чуть-чуть камеру вниз разверну, чтобы, оп, чтобы вам было видно, а что мы тут вскрываем. Да? Что же мы тут вскрываем? Вот. И, значит, давайте открывать посылку. На, Максим, открывай. Не, так тебе надо вот так, смотри. Зачем? Не, не надо так, подожди. Вот так это делается, видишь? Вот так в следующий раз делай. Я посылки не вскрывал. Подожди, ну тебе еще с этой стороны надо вскрыть. Первый раз. Да как же, мы через столько посылок покупали всегда, заказывали отовсюду. Так я же их не вскрывал. Всякие штучки, дрючки там, игрушечки. Скрывал, тут как не вскрывал? Тоже надо. Да нет, тут уже, а, ну тут немножко отрезать надо. Так, и там, та-да-дам. Вау! Что это такое? Это подсвечники. Целая куча подсвечников. Смотрите, здесь 8 подсвечников одинаковых, очень красивые. Или это не подсвечники? Я думаю, что это подсвечники. Так, а что тут написано? Тристан. Видите? Ну да, скорее всего, подсвечник. Так, Тристан. GSK.com. Это магазин такой у нас, даже есть он в городе. Candle Holder. Да, 13 сантиметров. Это подсвечник. Да, просто подсвечник. Вот, их тут 8 штук. Как вы думаете, сколько это стоило? Стоило ли это на самом деле 10 евро или не стоило 10 евро? Не, это стоило больше 10 евро. Это гораздо евро. Больше 10 евро, я уверена, да. Тоже мы уверены. Они все абсолютно целые, никто из них не разбился. Килограмм да? 800 грамм. Да, сейчас я немножко камеру выровняю, чтобы нас было дальше видно. Вот, то есть... Максим... Вот, чуть-чуть нас видно. В общем, килограмм 800 грамм. А что с подсветкой? Ну, бывает, это у камеры такая фигня. Мы же ее туда-сюда ворочили. Вот, видишь, ты смахнул нам с нас эту штуку. Ну, хотя я еще немножко блестю. Вот, в общем, это очень крутая вещь. Эти подсвечники, они мне очень понравились, они очень красивые. И я их, конечно, буду применять в своей жизни. Я их уже точно никому там отдавать не буду, как, например, джинсы или тапочки, которые мы доставали из прошлых посылок. Полку мы привернем обязательно в ванной. Кстати, вчерашняя полка стоила 26 евро. Мы загуглили ее в интернете, и оказалось, что эта полка стоит 26 евро. Опять такое... Что за мерцание? И да, она оказалась стоит 26 евро. Полка для ванной. Очень хорошая металлическая полка. И мы ее обязательно в ванну привернем. Вот, в душ. В душ. Да, у нас там как раз нету полочки, мы ее привернем. Ну, вот такой сегодня сюрприз. Вообще супер-супер.
Всем спасибо и до новых встреч. Представляете, мы совсем забыли. У нас следующая посылка. Следующая посылка. Что в этой посылке? Вы должны угадать. На следующий день, да, на завтра. Вы должны угадать, что же внутри этой посылки. Пишите свои предположения. Она довольно большая, вот такая прям крупная. И мы не знаем, а что же там. То есть, может быть, там несколько посылок. Но вот, я уже всего... знаю, что там. Да? Да. Что? Там какая-то одежда. Одежда, ты думаешь? Но мне кажется, там их несколько. Футболка. Там несколько, наверное, посылок. И вот тут что там внутри, да? Ну, пишите свои предположения. И до новых встреч.